Че, поехали, покатаемся. Не, ну все это нормально. Кто-то бегает. Ездят трактора, выметают всю грязь. Люди, собаки. Собаки, люди. Кипит стройка, где-то что-то кипит. Вот такой вот, блядь, коронавирус. Народ ездит, чё ездит, куда ездит, хрен его знает. Хорда. Это наша рогатая железная гусеница. Везет она 3 пассажира. А не, есть, есть сегодня. Даже... Ну ничего себе. Вот так мы расставились. Погнали. Следующая остановка Кудрановская. Переход перепроцентрального пункта центрального кольца. Киргизы, может, не киргизы. В общем, вывод какой, ребята. Кто работает, того вирус не берет. Тот ест. Продолжение.
Ну, народу нормально так ходит. Вирусы не боятся, наверное, работать тоже идут. Проверьте этим своим. Заебали. Транспортная безопасность. Вся хуйня в России, которая мутная, непонятная и очень денежная, вся связана с безопасностью. Точнее, имеет название это слово. Народ перемещается. Такси, ферокси. Стройка, везде идет стройка. Киргизам или похуй, или, короче, Собянин их заговорил. Все, после коронавируса Москва будет прекрасная. Собянин все успеет построить, что надо. И что не надо тоже. Молодцы, чё? Чего где делает? Ну, что-то делает. Вышла новая модель. Тюнинг свай. Эти уже не модные, блять, надо поменять на другие. Красный, красный. Ну
Дом Красный постоянно горит, наверное, потому что карантин, и пешеходов быть не должно. Поэтому горит постоянно красный. Зеленый. Надо же. Ну да, движуха, конечно, поменьше. Но я бы не сказал, что что-то особо изменилось. С другой стороны, а что должно поменяться? Великий Пул карантин не объявил. Никакие механизмы по чрезвычайным ситуациям не запущены. Я хочу сразу всех успокоить, сказать, что все в полном порядке. Мы все контролируем, все под контролем. Ничего нет. Все есть. Ничего нет. Не надо никакой паники. Все хорошо. Все хорошо. Пул никому ничего не должен. Еще бы вбить в голову то, что и Пу тоже ничего не должны. Налоги и прочее. Смешно. Закрытые парки. Серьезно. Прям, блин, туда не пролезть. Видали, какое ограждение мощное. Люди те не пьют пиво, охота. Значит, им охота. Так что вот так. Движение поменьше. Но оно есть. Но оно есть. Великий мелкий Пул ведь не объявил никаких карантинов и чрезвычайных ситуаций. А если не объявлено, значит, нет никаких механизмов, которые включаются по этой команде. И Пул никому ничего не должен. Но вот и хотелось бы, чтобы ему тоже никто ничего не был должен. Оптимизируется налогооблагаемую базу. Самый, конечно, жопный минус
это то, что закрыты все кофейни. И не сожрать теперь ни круассана, и не выпить теперь кофе. Видите, как стройка кипит. Ничего себе, обогнала. Обогнала. Все. Денек успохабился. С утра было солнышко. А сейчас вот так вот. Все, догнал. Встал, меня он человек испугал, желтый человек. Да не, я еду, слышу, ты же сзади была, что-то свистит, думаю, ёптать, ну что такое, что свистеть-то может. А это Ашан байк. Всякая хрень закрыта. Наркоманы, проститутки. Короче, сплошная коммунальная техника. А для чего она нужна? А нужна она для того, чтобы, опять же, спиздить наши деньги. Они же работают, это же первая необходимость. О, как работает. Охуительно. Вот тоже метут, что-то метут, вон, блядь, два фантика гоняет, короче. На улице никого,
А тут пиздец. Сплошные уборщики, дворники, поливатели асфальта. Древопилы или гомосеки, а нет, дровосеки. Это автобус трех человек везет. Это вот почетная должность, держатель ленты. Наверное, был конкурс на эту должность. Мощная московская машина для езды по Собянинскому асфальту. Вот что они, блядь, убирают? Что они моют? Карантин, на улице никого. Что они, блядь, тут вымывают, а? Они тут бензин вымывают. Микробы. Блядь, ну это тогда надо Путину и Собянину в голову влить, ёпт. Чтобы микробы вымыть. Да не, ребят, все просто. Они просто осваивают бюджетное бабло. Вау-ли. Получили авоську. Полетели лопать. Морковка. Ехать с камерой, с сумкой. Та еще развлекуха. На месте, а на месте непонятная хуйня. Что это такое? Зачем? А, зажигалку? Блин. Пойдем, может, зайдем, а потом выйдем вместе и пакуем. Пойдем, чтобы велики не кидать и это отнести. Что это? Что тут такое? Ужас. Ужас, вижу. Вах. Ты что, в медцентр? Офигеть. Большим переводом нужны. Ты подними, скажи, что мы тут. Оп. Ну все, мы на месте.
Ох, обрадовались как. Обрадовались. Ждут. Они нас ждали. Им уже кто-то позвонил. Пока сидели, вылезло солнце. Москва живет. Повезли членовоза. Короче, я понял. Карантин придумал Собянин, чтобы тут покопаться. Да? Я говорю, карантин придумал Собянин, чтобы, блядь, тут поремонтировать. Нет! Помысл. Вряд ли. Это одно. А здесь добровин помыслом вообще не пахнет. Пойдем. Вот эти вот чмошники ездят. Вот. Вот эти чмошники ездят. Кого-то они эвакуируют. Московский паркинг. Хрен ее знает, может, частники. Кого-то эвакуируют. А может, просто так ездят. Ну да. Поехал на помощь всем, кто ковыряется. В автобусе один человек. Ну, поехали. Ну как в такую погоду сидеть дома? Никак. Вот и не сидим. А? Потерял себя. Ой.
гвардия. Блять, сука. Антибабульковые войска. В проспекте Мир тоже машин полно. Короче, такой же фейковый карантин, как и президент. Кстати, у меня полно знакомых, и ни один еще не сказал то, что он там заболел, то, что он с коронавирусом. Хрен его знает. Ну, я бы сказал, движение, как в обычный рабочий день. А здесь нету пробок. Здесь в рабочий день абсолютно такое же движение. Однако, блядь, работать всем запретили, кроме, как видим, там ЦОБД, эвакуаторы, строители. Причем, если заметили, строители не устраняют аварии, там, протечки говна там, и прочего. Внезапно оборвавшиеся провода, электричество. Они просто занимаются раскраской дороги, достраивают бизнес-центры, чтобы побыстрее в аренду сдать, и чтобы бабло быстрее, блядь, идти начало. То есть такие все косметическо-отделочные строительные работы. Вот и все. Все хорошо. Так и должно быть. Ну, в стране в этой. Все строят, строят, все, блядь, строят. Все никак не могут остановиться. Ну да. Вот, это, думаете, аварию устраняет? Хуй. Вот тут появился новый дизайн плитки. Прошлогодняя уже не модная. Надо ее перекладывать срочно, блядь.
Да, они прошлый год ее делали. Ну, как там выйдет? Новая модель плитки выйдет? Да не, они новые. Чуть-чуть там коричневого цвета добавят в колер. Твари, когда они уже, сука, нажрутся? Мади. Ну как в прошлый раз ехали, так и поехали. Ну что ты, Мурч? А вот и шоссе энтузиастов. В одну сторону, в вторую сторону. Короче, машин херова гора. Ну, сейчас не херова гора, сейчас, наверное, на светофоре встали. Скажи. Чё? Кофе нет. Суки. И опять катаются эти зеленые пидорасы и эвакуаторы. Тоже кофе. А там работает кофе? Не, кофе с собой. Ты про эту? Булочная номер 10. Не милицию, а это Росгвардию. Ну что, зайди, посмотри. Есть что-то ништяки какие, кроме кофе. А эвакуаторы эти ездят, им Собянин сказал, вот вам маршрут, вот вам рабочее время оплачено предпринимателями, так что катайте бензин, накатывайте моточасы. Вот, так у нас это все решается. Государственные структуры работают, не покладая рук. Обычные коммерсы за это все платят.